Слушая либеральных блогеров, пропагандистов от власти и смотря современные фильмы, создается впечатление, что Советский Союз был деспотичным государством с партией маньяков во главе, которые только и делали, что без причины издевались над своим народом. Когда же началась Великая Отечественная война, то этот безмолвный, нищий и голодный народ без оружия и подгоняя сзади пулями НКВДшников погнали на убой. Правильно, блядь. Но при такой позиции остается вопрос, почему же все-таки советские люди воевали за СССР, да еще и победили в самой страшной войне за всю историю человечества? Неужели только боязнь власти заставляла их идти на смерть? На самом деле ответ прост. Люди реально любили свою страну, тот строй, который в ней был, и защищали они те завоевания, которые принесла революция. Конечно же, сейчас некоторые оболваненные современной пропагандой, скажем мягко, заблуждающиеся люди, уже пишут в комментариях, что, мол, глупые ватники защищали свое право быть рабами. Но эта точка зрения к реальности не имеет никакого отношения. Придя к власти в 1917 году, большевики сразу же удовлетворили требования народа, закончив кровопролитную войну с Германией и решив земельный вопрос, по сути узаконив черный передел земли, произошедший при временном правительстве. Лидеры большевиков понимали, что тот факт, что земля по сути снова оказалась разделенной на мелкие подсобные хозяйства, через определенное время приведет к тем же самым проблемам – недостаточного производства продуктов питания и появлению новых кулаков на селе, которые начнут угнетать своих односельчан и диктовать свои условия государству. Было ясно, что только укрупнение сельскохозяйственных угодий позволит внедрить механизацию и увеличить производство товарного хлеба. Поэтому уже в конце 20-х годов начался процесс коллективизации, то есть создание предприятий для коллективного ведения сельского хозяйства. Кто бы что ни говорил плохого про колхозы, но после того, как они заработали в полную силу, производство еды в стране выросло в 7 раз, по сути прекратив те голодные циклы, которые достались молодому правительству от царского времени. То, что мы сейчас даже не задумываемся о еде, скажите спасибо коллективизации. К тому же, достаток самих колхозников стал заметно расти. Государство устанавливало план на продукцию колхоза, которую скупало по установочной цене. Все же, что было произведено сверх плана, делилось между колхозниками согласно трудодням. После введения механизации один трудодень закрывался всего за несколько часов работы, поэтому многие работники умудрялись закрывать по 400-500 трудодней в год. Продукцию, полученную с колхоза, крестьяне могли также продать государству или сбыть на продуктовых рынках, где цена была больше в 2-3 раза. Неудивительно, что уже в 30-е годы появилось такое понятие, как колхозы-миллионеры. Вчерашние нищие крестьяне, которые всего несколько лет назад думали только о еде, теперь могли позволить себе предметы роскоши и отдых на курортах Советского Союза. Неудивительно, что во время Великой Отечественной войны колхозники покупали самолеты и танки для фронта, а сами колхозы могли оплатить целые танковые колонны. Создание коллективных хозяйств и введение на них механизации высвободило из числа вчерашних крестьян громадную трудовую армию. За 10 лет из деревни в город перебралось около 34 миллионов жителей. Это и продажа излишков продукции сельского хозяйства позволило правительству провести в короткие сроки индустриализацию страны. До 1941 года было построено 9000 новых крупных заводов, что позволило увеличить производственную мощь страны в 35 раз. Причем, хоть и старались наращивать выпуск военной техники и вооружения, но большая часть производств была заточена на повышение благосостояния жителей страны и давала мирную продукцию. Стоит отметить, что грандиозный и стремительный производственный рывок отнюдь не сопровождался сверхэксплуатацией населения страны. Наоборот, уже в 1918 году на предприятиях был введен трудовой кодекс, который устанавливал 8-часовой рабочий день и 5-дневную рабочую неделю. Также рабочим предоставлялся ежегодный оплачиваемый 2-недельный отпуск, запрещалась эксплуатация детского труда, а для женщин предусматривалось освобождение от работ на время до и после родов на 8 недель. Вводились денежные пособия и бесплатная врачебная помощь по случаю болезни, обеденный перерыв, право на социальное обеспечение при инвалидности и многое-многое другое.
Напомню, что до революции Трудовой кодекс ограничивал только работу детей до 12 лет и давал право работникам на один выходной. Сама же рабочая смена составляла 10,5 часов. К тому же зарплата на одном и том же рабочем месте была разная. Женщины получали меньше мужчин, а если удавалось поставить на это рабочее место ребенка, то ему платили сущие копейки. Стоит ли говорить, что никаких социальных гарантий у работников не было? Поэтому новый Трудовой кодекс стал настолько грандиозным прыжком вперед, что с некоторыми поправками он просуществовал почти половину столетия. А многие его пункты, как вы уже могли заметить, работают до сих пор. Кстати, у Сталина после войны был проект перехода страны на пятичасовую рабочую смену. К сожалению, реализовать он этого не успел. Не знаю, как вы, а я бы хотел посмотреть на мир с таким Трудовым кодексом. Чтобы форсированно провести индустриализацию, молодому государству потребовалось около 435 тысяч инженерно-технических специалистов. Но где их взять? После революции серьезной проблемой была неграмотность значительной части населения, особенно крестьянства. Всего около 30% жителей страны считались грамотными. Но и эта грамотность часто ограничивалась прочтением вывесок на магазинах и умением расписаться в документе. Прочитать же значительный текст большинство из этих людей не могло. Также широко было распространено явление утери навыка чтения. Советское руководство считало достижение всеобщей грамотности одной из приоритетных задач, поэтому сразу же придя к власти, большевики декларировали то, что будут выстраивать непрерывную бесплатную систему образования. На основе декретов, принятых в 1918-19 годах, система образования была коренным образом изменена. Существование частных школ было запрещено, введено бесплатное обучение детей до 16 лет, совместное обучение детей обоего пола, школа отделялась от церкви, а церковь от государства, отменялись физические наказания детей, все национальности получили право обучения на родном языке. Понятное дело, что сразу заработать эта система не могла, не хватало ни зданий под школы, ни учителей. С другой же стороны, после Российской империи осталась замечательная система высшего образования, а также наука, которая не уступала европейской. К заслугу большевикам можно отнести тот факт, что в пылу гражданской войны они смогли предложить ученым способы реализации своих знаний и возможностей. Многие помнят философский пароход, но научного парохода из Советской России не было. Честь и хвала тем ученым, которые не бросили свою страну в самый критический момент ее существования и часто на скудном пайке и в неотапливаемых помещениях начали строить самую лучшую систему образования в мире. Параллельно с этим заработала программа ликбеза – ликвидации безграмотности, рассчитанная на взрослое население, где люди всех возрастов обучались чтению и письму, а также основам математики. Для взрослых учащихся сокращался рабочий день с сохранением заработной платы. Благодаря этим нововведениям грамотное население Советского Союза в 1939 году составило более 90%, а, например, доля призывников, имеющих среднее и высшее образование, составляла треть от общего числа призванных. Но научному миру предложили не только создание системы образования. Наука в СССР была поставлена во главу угла, и только за 4 года гражданской войны было создано более 70 научных институтов, среди которых был, например, Радиевый институт в Санкт-Петербурге. Благодаря ему в Советском Союзе в 1949 году появилась атомная бомба. Помимо образования, забота об охране здоровья трудящихся была также провозглашена важнейшей задачей социалистического государства. В условиях разрухи, эпидемии и борьбы с внутренними и внешними врагами началось строительство первой в мире государственной системы здравоохранения, в основу которой были положены самые прогрессивные и самые гуманные принципы. Общая доступность и бесплатность медицинской помощи, профилактическое направление и участие широких масс трудящихся в решении вопросов охраны здоровья. Даже сейчас, после 30-летней оптимизации советской медицины, она остается одной из самых лучших в мире. А по доступности к ней широких масс населения, наверное, является самой лучшей. Ни для кого в СССР не было секретом, что первое в мире социалистическое государство своим существованием являлось костью в горле окружающим его капиталистическим странам. И партийная верхушка, и простые жители страны понимали, что будущей войны было не избежать. Ее ждали, к ней готовились. В 1927 году была создана организация «Осавиахим».
общества содействия обороны авиационному и химическому строительству. По всей стране стали открываться снайперские и пулеметные, морские и стрелковые школы, аэроклубы, создавались группы самозащиты, ставились парашютные вышки и многое другое. Неудивительно, что когда началась война, люди были к ней уже готовы, и найти снайпера или пулеметчика среди гражданского населения не составляло труда. По воспоминаниям очевидцев, 30-е годы можно охарактеризовать как большая стройка. Люди отстраивали страну для себя. Помимо заводов и фабрик строились школы, детские сады, больницы, дома культуры и спортивные комплексы. Разбивались парки и лесополосы. Развивалась инфраструктура. Именно тогда создавался современный облик не только нашей страны, но и всего мира. Оглянитесь вокруг. Все это построено в то время и теми людьми. Люди выходили буквально из средневековья и устремлялись прямо в будущее. Какой-нибудь старик, который застал еще крепостное право и который думал, что такой жизнь будет всегда, вдруг видел, как его внуки становились инженерами, врачами, летчиками, композиторами. По сути, в это время все становились дворянами. Люди видели эти прорывы, эти достижения первого реально народного правительства. Неудачи же и трагедии, такие как, например, репрессии 37-38 годов, воспринимались людьми тем, чем они были на самом деле. Это были эксцессы. И даже люди, пострадавшие от них, не обвиняли в этом советский строй и партийное руководство, которое, кстати, всегда пыталось исправить свои ошибки. К тому же репрессии не занимали в жизни людей того места, которое нам сейчас пытаются представить. И, например, 1937 год для всех был годом Пушкина. Неудивительно, что когда началась Великая Отечественная война, то люди бросились защищать свое отечество, ту страну, которую они построили сами, и ту свободу, которая у них была. Они сражались не вопреки коммунистическому правительству, а шли к победе вместе с ним. Руководство страны сделало все, чтобы подготовить страну к этой войне, и, судя по исходным данным и последующим результатам, сделало это превосходно.